как кинулась. Мы все под колесом. Это были чудесные отношения. Но все заканчивается одинаково. Я спрашиваю его. Только скажи мне, что не так? Хочу новых эмоций. О, боже мой. Все, прошла эрекция. Привет. Смотрите туда. Мы находимся в Дубае. Сегодня мы снимаем мой клип на песню «Я буду человеком». Сейчас утро. У нас сегодня первый съемочный день. У нас сегодня гримерка. Это мой номер. Смотрите, как я замечательно сделал вот эти smoky eyes. Мы всегда, когда красимся, мы не знаем, что будет. Это уже нам по цвету не совпадает. Ты дальтоник. Чего, бля? Я колорист. Земфира рисовала вот эти глаза по видеоуроку в ТикТоке. Так, сейчас она тебе пейзаж там нахерачит. Ах ты паршивка, я тебе нахерачу пейзаж. Иди, пожалуйста, Слава. На выход! Я самый ублюдский оператор из всех, который может быть. У него теперь глисты. Сходи к врачу. Всем побольше красоты и оргазм. Так, ну все, мы идем снимать клип. В общем, ребят, сейчас отправляемся в пустыню, чтобы снять первую сцену. Ладно, бля, с кем приходится дружить, работать. Открываем сам секрет того, чего нас ждет. Я хочу оргазм. Туалет. Да рядом две бомбы, тут случается бум. Вот нас ждет бум. О, да. О, да. Едем назад. Да, сейчас окей. Просто мало, и что ж прокатить. До города недорого. Ты умеешь водить? Я умею водить, но я... Выглядишь ты, конечно, фокусно. Слушайся. Мы окунулись в 19 век. Ну как тебе тачка управления? Тачка просто. Она тебе идет. Идет, нет? Прям как будто на свадьбу едешь. Стоп-шот подержи поближе, чтобы мы видели, что это они. Дорогие подписчики, прямо сейчас надо поставить огромный жирный лайк размером с Бурдж-Халифа за то, что она выполняет экстремальный трюк. Вдруг это последнее видео к вам кончится. Ну все, погнали, ребят. Она уже упала, да? Вы уже можете, кстати, посмотреть наш клип. Он находится на YouTube-канале. Ты моя суперслабость. Ух ты мне нахуй. Ну поделись, как оно? Прекрасно, потрясающий закат. А я думаю, что кадры будут классными, но... Мы замерзли! Помогите, пожалуйста! Символ замерз! А у меня там была кофта, принеси, пожалуйста, она такая синенькая. Сейчас принесу. Только одну локацию, у нас их, по-моему, 5. Поэтому сейчас мы идем на перегрим, на перемейк. Первая сцена в клипе. Дубайская пустыня, настоящий кусок, дорога. Мы сняли эту историю. Завтра, с самого утра, мы снимаем лошадей. Потом переходим на лодку. Дальше не помню. Пофиг. Но получается красиво. Конечно, в пустыне очень быстро темнеет. И очень короткий световой день, к сожалению, у нас. Но, тем не менее, ребята, мне кажется, что получается отлично. Я очень довольна результатом. Вот, и очень довольна нашей атмосферой на съемках. Она такая, как будто у меня сегодня день рождения, и собрались мои друзья. И мы тут с ними что-то делаем. Там... Мне нечего сказать. Вот ради такого я готова вообще не спать. Просто прилететь сюда, посмотреть и улететь. Can we keep on walking? Какой кайфовый день, такая погода, и лошадь. И что вы думаете? Не было никогда лошадей таких красивых тут. Его зовут Зус, и он из Франции. Тот уникальный случай, когда лошадь на лошадь, двойная лошадь. Его зовут Капитон. Утро очень красивое, доброе, киношное. Хочу новых эмоций. Хороший. Тебя испорчу.
Если вы настоящий мужик, то вы обязаны иметь в своем гардеробе подобную курточку. Она не сильно защищает от ветра и, в принципе, не сильно защитит вас от пулей в Химках, да? Моя суперсила, ты моя суперслабость. Ух ты мне на ухо, мур. О, боже мой, это моя первая вода за сегодняшний день. Мы сегодня, друзья, встали так рано, чтобы приехать сюда на рассвете. Я спала всего лишь 1.5 часа, но вы сами видите, это невероятный рассвет. Я думаю, что кадры будут классные. И самое прекрасное, что вы уже можете посмотреть этот клип. Ну и поставить лайк этому бэкстейджу, потому что мы стараемся для вас очень сильно каждый раз стараюсь удивлять вас и дарить вам классные эмоции. Но отбросив всю эту лирику, хочу сказать то, что задница капец как болит после этой лошадки. Чего? Как вы понимаете, я тут сидел, проходил какой-то модник. Правда, ему было 9, поэтому куртка такая маленькая. И так можно, типа, подкачались, распределяющая шляпа из Гарри Поттера. Правда, она многофункциональна. Мама дорогая, роди меня обратно. Все кадры видео наши очень красивые, но самое нереальное, что есть в этом ролике, конечно же, он. Самый сексуальный мужчина планеты. У меня Александр Рива ассоциируется исключительно со словом «энергия». Рэй, ты куда? Тихо-тихо, контент! Друзья, легким движением руки, мое невыспавшееся, мягко говоря, лицо, прилично сказать. Сейчас у меня лицо курильщика, лицо кринж. Скоро будет лицо краш. Сережечки, да, очень подчеркивают голубую водицу. Специально выбиралась самым прекрасным стилистом земли. К сожалению, ее не будет в этом ролике, потому что она не любит эту медийную историю. Она единственная общается со мной не за подписчиков. О, прикольно, 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 да-да-да-да. Поем, прямо на камеру, поем. Вдвоем. Это этот Филипп Лэй, ну, в Италии я взял. Носишь принципиально всю серию? Да, я в основном все. Но не по золоту, да, по золоту? Люди приезжают на яхту, они, наверное, думают, ой, интересно, кто же ее папик? Что чувствую, когда сама себе потык. И мамик, знаете, немножечко даже есть ностальгия под клип «Мне Фокс» Моргенштерн, который мы тоже снимали на яхте. Я же вижу, как ты смотришь. Алишерка, люблю тебя. Так красиво! Даже жалко, что вот нет возможности просто отдыхать и не сниматься, просто наслаждаться видом. Но главное, вы наслаждаетесь, все для вас! Просто кайфуй! Слава Кока откинулась! Пусть все ваши мечты, кто смотрит это видео, все сбудутся. Happy New Year и с Рождеством! Ура! О, ребята, ну это что-то на богатом. Посмотрите на эти яхты, на эти небоскребы. Прикольно, что я теперь здесь сижу, как будто мы на краю, знаешь, как в Титанике. Может быть, даже нам с тобой, знаешь, постоять спиной к спине. Я хочу оргазм. Здравствуйте. Ты что снимаешь? Я попал! Дом от застройщика. Телефон внизу. Мы все под колесом. Ура! Ты опять снимаешь? Конечно. Пожалуйста, отпусти тебе спать. Красиво. Уже попалась, я твоя суперсила. Мы закончили снимать клип, поэтому едем бухать. Наконец-то! Хочешь? Я буду, где ты хочешь? Ты очень даже очень. В камеру, больше! Только скажи мне, хочешь? Серег, давай, подключай. Так, сейчас по-королевски, давай, по-королевски.